Программа для чтения текста голосом «Говорилка». Приветствую вас. Представляю вашему вниманию программу «Говорилка», которая будет читать текст голосом. Мы установим программу, свежую версию «Говорилки» и установим движки RH Voice. Ссылку я оставлю в описании под этим видео. Нажимаем «Скачать и установить самую свежую версию «Говорилки». Здесь выбираем. Ну вот, допустим, установщик, говорилка 3-2. Нажимаем, сохраняем на рабочий стол и скачиваем голосовые движки. Ссылку я тоже оставлю в описании под этим видео. Опускаемся ниже, вот справа, скачать RH Voice. Нажимаем, сохраняем на рабочий стол. Скачался архив. Устанавливаем программу говорилка. Далее я принимаю. Далее. Ярлык на рабочий стол. И панель быстрого запуска можно не ставить. Далее. Установить. Запустить. Оставляем. Завершить. Вот программа. Голос. Ирина Десктоп. Вставляем текст. Проверяем. Воспроизведение. Программа для чтения текста голоса. Ну вот, в принципе, здесь уже установлена Ирина. Программа для чтения текста голоса. Здесь скорость можно регулировать. Программа для чтения текста голоса. Высота. Программа для чтения текста голоса. Здесь файл. Сохранить как. Правка. Управление. Сервис. Настройки программы. Пути. Горячие клавиши. Старт F5. Стоп F6. Пауза F8. Продолжить F8. Файл. Сохранить как. И вот здесь кнопочка «Начать запись звуковой файл». Куда выводить будем? На рабочий стол. Называем его. MP3. Сохранить. Окей. Вот MP3. Файл. Программа для чтения текста голоса. И устанавливаем дополнительные движки. Распаковываем. Кликаем. Установка. Смотрим. Запустите сетап. Нажмите «Далее», затем «Установить», «Закрыть». Движок установлен на SAPI 5. Запускаем сетап файл. Далее. Установить. Готово. Выходим из говорилки и запускаем говорилку. Смотрим. Ирина. И вот у нас появились движки. Елена. Слушаем. Программа для чтения текста голоса. Александр. Программа для чтения текста голосом. Ну вот так вот. Вот такая вот программа «Говорилка». Мы установили голосовые движки, сохранили аудиофайл. Сюда текст вставляете, и она вам будет читать. Очистить. Открыть файл. Можно выбрать книгу. У меня, к сожалению, нет сейчас книги. Вот такая вот программа «Говорилка», она в трее находится, вот она, правой кнопкой, если кликнуть, выход о программе, показать. В принципе, все, пишите отзывы, замечания, пожелания, вопросы в комментариях под этим видео, ставьте лайк или дизлайк, подписывайтесь на канал, поделитесь этим видео в социальных сетях с друзьями, спасибо вам, всего доброго, до свидания.